Извечный вопрос, кому принадлежат те или иные участки дорог, специализированному дорожному управлению или управляющим компаниям, а в особенности, кому эти участки дорог чистить от снега, вызвал противостояние между этими организациями. Съемочная группа телевизионного канала ТВ «Гало», производя для телезрителей ревизию дорожного полотна Воркуты на наличие автопроходимости, решила найти ответ и на этот вопрос. Муниципальным заданием определен ряд улиц для расчистки, содержания, освещения в темное время суток. Также прилегающие тротуары. Заезды во дворы, к сожалению, не являются зоной ответственности муниципального бюджетного учреждения, поэтому мы их не содержим. Основной трудностью, конечно, является частный транспорт, который бросается в ночное время, когда ведется основные работы по расчистке. Также ряд коммерческих предприятий, которые, отталкивая снег на край тротуара, создают некую опасность при движении пешеходов и транспортных средств по улицам города. Проще говоря, извечный камень преткновения – въезд во двор жилого дома – принадлежит управляющей компании, и расчищать его от снега обязаны представители ЖЭУ. К слову сказать, на момент съемок наша группа не нашла каких-либо грубых нарушений, касающихся очистки снежных заносов на дорогах и во дворах Воркуты. Целью сегодняшней поездки, значит, по городу мы проехали, по территории третьего района, района улицы Дорожной. Целью сегодня является поездка определения зоны баланса ответственности управляющих компаний и МБУ СДУ, в обязанность которой входит дорожное полотно, ну, соответственно, въезды. Посмотреть, скажем так, исключить разногласия между управляющими компаниями в связи с новым договором управления многоквартирными домами и балансом ответственности МБУ СДУ. Вот мы сегодня посмотрели, в принципе, дороги очищены, замечаний, да не практически, а нету. Въезды тоже нормально очищены, но дальше будем еще беседовать, встретимся с руководителем управления городского хозяйства, посмотрим договора и, ну, обозначить зону ответственности. Тем не менее, не все так просто, как может показаться на первый взгляд. В нашем городе есть несколько небольших участков дорог, которые вообще никому не принадлежат. Например, проезд к дому по улице Железнодорожная, 35. Ни МБУ СДУ, ни управляющая компания не несут за него никакой ответственности. Поэтому, чтобы жильцы и автовладельцы вышеуказанного дома не были заложниками снежных стихий и непроходимых сугробов, необходимо в кратчайшие сроки решить эту проблему. Вячеслав Ирин, Иван Волошин, ТВ «Гало», Воркута.